На сегодняшний день на улице Молодежной выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложен бордюрный камень. Сейчас рабочие подрядной организации «Пурдорстрой» готовят участки для водоотводных лотков. Они будут уложены от магистральной до нефтяников. На оставшемся участке до проспекта Мира эти работы проводиться не будут. Здесь есть уклон, здесь лотка не заложена. То, что где у нас по техзаданию, по смете заложено, мы там и делаем. После этих работ планируется начать асфальтирование одного из участков. Наша задача, то, что мы хотим сделать, это до 1 сентября. Участок дороги от проспекта Мира до 7 школы, то есть до улицы Нефтяников, тоже произвести укладку асфальтобетонной смеси. Параллельно с работами на улице Молодежной на следующей неделе приступят к ремонту проспекта Мира. Первоочередные задачи – демонтаж бордюра и фрезерование асфальтового покрытия. Также в этом году планируется отремонтировать несколько участков дороги по улице Набережной. Там устройство бордюра поднимания где-то 280 метров всего погонных. А остальное у нас устройство асфальтобетонного покрытия. То есть, в принципе, тоже все реально можно сделать. Полностью завершен ремонт участков по улице Магистральной. Уложен новый асфальт и бордюрный камень. Песком и щебнем отсыпаны обочины. Рабочие автодорсервиса нанесли осевую и пешеходную разметки. Последнюю, к слову, согласно муниципального контракта, за лето наносят дважды. Повторно проводятся и другие работы. Повторно также уже начали работать по покосу травы вдоль дорог. Второй раз выполнили работу по стрижке живой изгороди. Также продолжаем ямочный ремонт. Ямочный ремонт выполняется на тех дорогах, где не делался капитальный ремонт по укладке асфальта. Всего в Губкинском в этом году будет отремонтировано 6 участков дорог общей протяженностью около 4 километров. С поставкой асфальта проблем нет. Завод по его изготовлению находится неподалеку от города. Перебой с асфальтом нету, потому что асфальт наш, мы сами его готовим. У нас есть здесь асфальтовый завод, так что с асфальтом и с материалом у нас проблем нету. Люди тоже, сколько запланировано, столько людей есть, хватает. По словам главного инженера управления организации строительства, в следующем году ремонт дорог будет продолжен. Один из участков, который необходимо обновить – улица Таежная. Наталья Рябинина, Денис Гимп, новости Губкинского.